Привет! Это снова я, Василиса, из школы Читер Онлайн. Сегодня мы поговорим про время. Это очень важная тема. И чтобы сказать точное время, мы употребляем слово o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Стоп, а где мои ученики? Немножко подождем. Yes, certainly. Сегодня я спою вам песенку. What time is it? It's 2 o'clock. It's time to go for a walk. What time is it? It's 10:33. It's time to climb a tree. What time is it? It's 10:38. It's time to roller skate. Ну как, вам понравилась песенка? Mi amor. Мы еще много не прошли. Не прошли, например, как сказать полдень или полночь. Не прошли 10 минут 10-го, пол второго. It lasted 14 minutes. Но мы это можем обсудить на следующем уроке. А сейчас бай-бай. И ставьте лайки. Не забудьте записаться к нашим преподавателям по ссылке внизу под видео. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock.